Приветствую! Мечтать не вредно, а мечтать о красивой жизни вообще полезно. Визуализация называется. Но как на грезы найти деньги? Конечно, можно себя во всем ограничивать, чтобы воплотить их в жизнь. Но этот вариант не по мне. Я выбираю правильно экономить на товарах и услугах. Вы тоже? Народная мудрость говорит: денег нет, так всякая цена дорога. А я вас научу, как в условиях ограниченного семейного бюджета и детей учить, и автомобили обслуживать, и заведения посещать. Смотрите топ-скидок на ЛРТ, и вы всегда будете в курсе, где можно получить нужные услуги или товары высокого качества и по низкой цене. Пора приступать к нашему рейтингу выгодных предложений. 5 участников поборются за наше первое место и за ваши кошельки. И это интернет-провайдер New Lime с акцией «Переходи без потерь», школа ментальной арифметики «Сарабан» и скидка 10% на обучение, акции от ресторана «Урюк» в торговом центре «Выходной», комплексный автоцентр «СПА-Авто» и бонусы при заказе полировки кузова и магазин модной одежды «Манго» в торговом центре «Выходной». Кто же победит? Узнаем. Открывает рейтинг школа ментальной арифметики. Я уверена, что не ошибусь, если скажу, что все родители хотят, чтобы их дети были умными, сообразительными, а главное, мыслящими. Говорят, что всего этого они могут достичь, изучая ментальную арифметику, которая пришла к нам из Японии. Что это такое? Давайте разбираться в школе ментальной арифметики «Сарабан». В школе «Сарабан» действует акция «Приведи друга и получи скидку 10%». Кстати, бонусы есть и на второго и третьего ребенка из семьи. В школе ментальной арифметики обучают устному счету. Начинают со специальных японских счетов. Затем переходят к решению примеров в уме, то есть ментально. Это тренирует концентрацию, воображение, память и логическое мышление. У нас, потому что дети либо гуманитарий, либо, да, технический склад ума, у них дети равносторонние. Они у нас задействуются в процессе счета оба полушария, оба развиваются. Японские дети обучаются ментальной арифметике с 5 лет. Мне уже далеко не 5, поэтому приступаю к занятиям незамедлительно. Чтобы нам сделать действие плюс 1, мы большим пальцем поднимаем одну косточку вверх. Да. Чтобы сделать минус 1, указательным опускаем ее обратно. Это самое, с этого момента мы уже можем начать считать. Плюс 1. Плюс 1. 2. Я вижу его на ваших пальчиках. Да, девушка вам аплодирует. И я себе аплодирую. Да, скромный успех, зато опытные детишки считают быстро, оперируют трехзначными числами, и все это в уме. Чтобы и ваши дети могли также, приводить их на занятия по адресу Люберцы, проспект Гагарина, дом 8/7. Да, в детей надо вкладывать знания, время и деньги. Очень здорово, когда родители отправляют своих отпрысков на развивающие занятия. Почему тогда лишь 5 место? Ну, все-таки 10% скидка для тех, кто следит за нашим рейтингом, это уже не вау. Да и как на обычном уроке алгебры в обычной школе применить фишки ментальной арифметики, я представляю с трудом. Более выгодным мне показалось предложение от итальянского бренда «Манго». Сейчас там межсезонная распродажа со скидками до 50% на осенне-зимнюю коллекцию. И я отправилась в торговый центр «Выходной», чтобы лично оценить выгоду акции. Какая девушка не хочет выглядеть стильно и интересно? Но денег на новый модный образ не всегда хватает. Выход – воспользоваться распродажей. В магазине «Манго» торгового центра «Выходной» действуют скидки до 50%. Модницы мегаполисов мира сейчас охотятся за клеткой, и она будет в тренде еще целый сезон. И вот такое замечательное пальто сделает из вас настоящую королеву. Стоило 7 тысяч, а сейчас всего 5. Еще один тренд осенне-зимнего сезона – это вязаный свитер. Он должен быть у любой модницы. И не забывайте выбирать цвет в соответствии со своим цветотипом. Вот у меня летний, и я выбираю холодный оттенок. 1700 рублей всего. Выигрышный вариант – это многослойный образ, поэтому на вязаный свитер смело надеваем кожаную куртку. Кстати, при производстве этой куртки не пострадало ни одно животное.
Образ не может быть законченным без аксессуара, а женщина не может выйти на улицу без сумки. Вот такой редикюль стоит всего 1700 рублей. Капля в море красоты. Мужчинам тоже есть чем поживиться. Ветровки, рубашки, кардиганы. Налетай, пока действует скидка 30%. Честно говоря, скидки больше 30% я в Манго не увидела. Наверное, плохо искала или уже все раскупили. Так что поторопитесь. Итальянский бренд Манго – четвертое место. Тройку лидеров открывает акция «Переходи без потерь» от интернет-провайдера Ньюлайм. Дома плохо работает интернет? Приходится выбирать, либо сериал качать, либо доклад писать? И это в 21 веке, а деньги с лицевого счета исправно исчезают непонятно куда. Да уйдите вы уже от такого провайдера. А, деньги наперед заплатили. А я вам говорю, хватит терпеть и мириться, пора высоким качеством связи насладиться. Советую обратиться в Ньюлайм, это честный интернет-провайдер. Он сам пополнит ваш лицевой счет ровно на ту сумму, что осталось на счете в старой конторе. То есть вы ничего не теряете, зато деньги целы, интернет летает, тарифы на любой вкус. Вот это жизнь! Акция «Переходи без потерь» продлится ровно до конца года, прямо до боя курантов. А для абонентов ЛРТ есть еще один бонус – тариф под названием «Спелый». Подробности на сайте Ньюлайм. Оставить заявку на подключение можно по телефону 498-659-89-98. Ньюлайм «Переходи без потерь» – третье место. А серебро достается комплексному автоцентру «СПА-Авто». При заказе полировки кузова фары покрывают защитной пленкой в подарок. На носу первые заморозки, а значит и сезон противоледных реагентов. Вы в курсе, что они содержат соль и мочевину и губят лакокрасочное покрытие автомобиля? А самое ужасное, что они легко проникают в малейшие трещинки и царапинки. Выход – полировка кузова. В центре СПА-Авто ее проводят на профессиональной косметике немецкого производства. Тут и гели, и пасты, и шампуни. Комплексный уход, который не помешает ни одному автомобилю в любое время года. А главное, идеально ровным покрытие остается до полутора лет. А еще для вашей машинки есть покрытие кузова жидким стеклом и керамикой, обклейка фары лобовых стекол защитной пленкой, полировка фары и кузова, винил и карбон. Найти центр СПА-Авто не составит труда. Забивайте в навигатор «Инициативная 16» и смело двигайтесь по предложенному маршруту. Уточнить все подробности и записаться на услугу можно по телефону 8-925-928-5122. Процедуры хорошие, полезные и для осени актуальные. Но по мне, до первого места не хватило еще какого-нибудь полезного бонуса. Вишенки на торте. Например, обработка стекол и зеркал заднего вида антидождем. Ну, а так молодцы. Вот мы и добрались до первого места. Золото нашей программы берет ресторан «Урюк» в торговом центре «Выходной». На третьем этаже торгового центра «Выходной» расположился ресторан узбекской кухни «Урюк». И здесь действует масса интересных предложений. Например, семейные выходные. Каждое воскресенье с 12 до 18 часов действует скидка 50% на детское меню. Ну а я узнаю, как здесь в «Урюке». Здравствуйте, у меня столик на фамилию Томей. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Да, красиво тут. Я бы здесь, наверное, отметила свой день рождения. А вообще для именинников здесь есть специальное предложение. В течение 7 дней со дня вашего рождения вы можете прийти неограниченное количество раз и получить скидку 20%. О, есть чем порадовать и любителей активной ночной жизни. Каждую пятницу и субботу с 23 до 3 часов действует скидка 30% на основное и барное меню. Но вот за кальян придется заплатить по полной. Если у вас нет времени ходить по ресторанам, а вкусненько поесть хочется, для вас работает доставка в будние и выходные дни с 11 до 23 часов. Поздравляю «Урюк» с заслуженной победой. Акции щедрые, но ложку дегтя я все-таки добавлю. Ребят, ну сделайте скидку для ночных тусовщиков с 7 вечера. Ну хотя бы с 9.
Итак, самыми выгодными на этой неделе стали следующие акции. Пятое место – скидка 10% на обучение в школе ментальной арифметики «Сарабан». Четвертое место – распродажа от магазина «Манго» в торговом центре «Выходной». Бронза – акция «Переходи без потерь» от «New Lime». Второе место – бесплатная обклейка фар защитной пленкой при заказе полировки кузова в комплексном автоцентре «СПА-Авто». И победителем этой недели становятся акции от ресторана «Урюк» в торговом центре «Выходной». О самых выгодных предложениях я вам рассказала. Хотите еще? Следите за нашим рейтингом и знайте, покупать со скидкой – признак не бедности, а бережливости. Это была программа «Топ скидок» на ЛРТ. Смотрите нас в эфире телеканала и на сайте lrt.tv. Я, Александра Томей, желаю вам выгодных покупок.